Добрый день, с вами Айнан Ас. Мы присутствуем на мероприятии, посвященном ювенальной юстиции в Азербайджане. Давайте узнаем больше об этой системе. Скажите, пожалуйста, что такое ювенальная юстиция? Ювенальная юстиция – это общая система правительственных услуг, которая включает в себя и судьи, и все работы Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, прокуратуры, и все вот системы, которые включают в себя, это называется система ювенальной юстиции. Расскажите, пожалуйста, о проекте. Начиная с 2007 года, ЮНИСЕФ работает с нашими правительственными партнерами в плане того, чтобы реформировалась система нашей ювенальной юстиции. Потому что ювенальная юстиция, это, как так говорят, охватывает очень небольшую группу детей, потому что там у нас в стране в год бывает практически, порядка 500 или 600 детей, которые идут по процессу, или они нарушают какие-то законы. Есть дети, которые уязвимы, они не нарушают никакие законы, но они тоже нуждаются служб разных правительственных органов, особенно это служб разных судей или там помощь из полиции, из разных организаций. Будут работать в этом направлении с правительством, с нашим омбудсманом, с омбудсманом и нашими NGO-партнерами, чтобы все эти вопросы мы охватывали. Что дети, которые не нарушают никак права, но нуждаются в помощи, они получили бы эту помощь. Это называется уже access to justice, не только ювенальная юстиция, но доступ к юстиции. Этот проект, в принципе, предусмотрен на 2 года. Совместный проект Евросоюз и ЮНИСЕФ, и будем работать в 5 районах. Это Гянджи, Шемкир, это Акджабеди, Мингечевир, Ширван и Габали. Плюс мы будем работать с центрами омбудсмана, региональными центрами, это в Джалалабаде, в Шеки, Губе и в Гянджи. В этих районах будем непосредственно работать с детьми, чтобы их права лучше защищены и со стороны правительства, и со стороны неправительственных организаций.